Вітання, ви дивитеся Апостроф ТВ. Мене звати Юрій Колініч. Вітаємо в цій студії нашого гостя. Це Марк Фейгін, це російський політичний діяч, а також кандидат юридичних наук. Моє вітання, пане Марко. Привітку. Я не можу обійти історію з оновленням українського Кабміну, так угу. але хотілося б почути там вашу точку зору з приводу. Знаєте, так погляд з боку, та да те, що відбувається, і які висновки ви робите, зокрема щодо там кандидатур, можливо, не всі вам відомі, але все ж. Ну я вот опять же со стороны, э, потому что у меня нет предпочтений политических, как бы я как гражданин России не могу их высказывать, но меня все-таки удивляет другая вещь. Э, принцип, который провозглашался изначально президентом Зеленским, а у него вся полнота власти, он предполагал, что вот это новое обличие mm -hmm. э, э, выведет за скобки все прежние элементы прежней же власти, да, ну то есть вот. Так как они формировались раньше через договорники, вот эти, значит, заполнялись квоты олигархами, ну, пять крупных семей, скажем, в Украине, я так считаю, да. А, и что вот новое обличие предполагает возможность в качестве источника формирования кабинета а, волю самого президента Зеленского, и он несет за это ответственность. Вот я вижу, что от этой модели постепенно она разрыхляется и идейно и по другим как бы причинам. От этой модели постепенно отходит, но не в сторону, допустим, коалиционного политического кабинета, который разделяет с Зеленским ответственность за то, что делается в экономике. Коалиции что... не А правильно. А выяснилось, что это очень плохо. Выяснилось. Вот думали, что это давайте, это хорошо. Швытко, не будет вот этого... Потужно, да, раньше же... Как? Да, а нет. Во-первых, олигархическое присутствие никуда не исчезло, а политические э, разного рода партии, представленные в парламенте, представляющие отдельные интересы на групп населения, да, ну, пусть какие-то проценты, где-то 8%, где-то там 13%, где-то 5%. Они-то не представлены никак в общем-то в этом кабинете. Но это не значит, что их нет вообще в политической э, ландшафте Украины. И вот переход к этой модели, вот эта модель, разрыхление модели изначальной, э, превращение постепенное транзитирование уже открыто в олигархическую, оно э, даже в сравнении с прежними кабинетами, которые были в прежних правительствах, мало было удачных, но были же, оно э, выглядит как э, демпинг. Демпинг, потому что я слышал буквально полгода назад о том, что гончарук, не связанный ни с кем, это, так сказать, новая надежда, что люди в 35 лет могут приехать на самокате и отшли совершенно новую политику, по новым mm -hmm. совершенно правилам. Вы, Выясняется, что нет, так не получается. Это правило, которые устанавливает один человек, не сам премьер, не его правительство, а президент. А вот влияние на него попеременно оказывают все те же силы, которые были и прежде. А вот политической характеристики кабинета нет. Дело в том, что и Россия когда-то проходила подобное же искушение в 90-х годах, когда говорили, нам не нужны политики в исполнительной власти, в правительстве, нам нужны технические министры, технические премьеры и так далее. Самые худшие правительства были именно такие. Потому что э, техника, она амбивалентна политически, потому что человек, который называется технарем, что uh -huh. он никак не связан с политикой и так далее. Вот эти первыми становились самыми заядлыми коррупционерами, кстати. Про модели вплыло, пане Марк. Я знаю, что просто так сталося что кабмин, так. Да. А я хотел э, в целом акцент у разговоре с вами сделать, то, что бывает в России. І на те, як ми рухаємося до врегулювання ситуації на Сході і з Кримом, зараз Росія, вона фактично там напередодні ухвалення змін щодо Конституції і основного закону, mm -hmm. да? яку ми Російську Федерацію побачимо після голосування, як я розумію, 22 квітня. Да. Ну, ми увідім дійсно змінену змінною. не только через Конституцию, но и через вот такую процедуру внесения этих изменений, измененную Россию в целом. Потому что все эти конституционные изменения, поправки, нужны только для одного. Для укрепления власти одного единственного человека, Владимира Путина. Там по этому поводу запускаются дискуссии, сознательно из власти, какие-то сказки про транзит, О, про какие-то... Да, так. да, да, да. Но на самом деле цель только одна, чтобы контроль за возможностью сохранения единоличной власти Путина оставался у него самого. Путин транзитирует власть Путину и никому другому. И для этого ему действительно нужно изменить Конституцию, которая была принята в 1993 году. Я был депутатом Государственной Думы, депутатом парламента в этот период. и Я очень хорошо помню, как принималась так Конституция. Одним из главных э, ее э, достоинств считалось и декларировалось Ельцином и uh -huh. Конституционной комиссией, которая работала над законопроектом, говорилось о том, что э, Сменяемость власти ⁇ это главный принцип, который должен быть закреплен в Конституции. Вот Путин, на мой взгляд, делает все для того, чтобы с этим принципом попрощаться. Двинстая с суперпрезидентом. Да, Чья? это суперпрезидентская. Если классифицировать типологию выбрать, если это была президентская республика такая, ну, с суперполномочиями, то теперь это суперпрезидентская республика. Потому что попытка э, введения новых органов власти наднациональных, типа Госсовета, угу. это ну, некий маневр в пользу, опять же, единоначалия. Некоторые говорят, что это казахстанский сценарий. Да, ну, это похоже на то, что делает э, Назарбаев в Казахстане. Он возглавляет совершенно такой же надконституционный над, э, национальный орган. Формальным президентом является Такаев, но по сути, власть из рук Назарбаева никуда не ушла, он продолжает ее осуществлять, единственное, отказавшись от оперативного управления uh -huh. экономикой то, от чего Путин уже давно отошел. Он из Сочи руководит Россией, кстати. Мало кто знает. Он постоянно 90% времени проводит у себя на даче и на э, яхте в Сочи. У него такая большая такая яхта морская. На яхте вот. Москва не Кремль, а Звит. Ну да, Скоро да, в Сочи Да, потому что там по климату ему очень располагает. Все-таки ему 68 лет, он не старый, но совсем не мальчик я. Вот, а, поэтому все это это некая дымовая завеса над этим, потому что Конституция никогда в России с момента ее принятия в 1993 году в декабре не действовала как документ прямого действия, как норма прямого действия, а сейчас она фактически превратилась ну, в некую декорацию, обеспечивающую всего лишь, э, так сказать, желание, хотение самого Путина, и для этого нужен и отказ от норм от Верховенства международного права по статье 15. Это означает, что... Ну, вы... внутренний над я тем что Да, да. Ну, то есть в Гайде же ждет суд. А, Украина подала соответствующий позов Международный суд ООН. И он может закончиться тем, что Россию обяжут, а, значит, покинуть Крым и, собственно, прекратить действия военной в Донбассе, покинуть же Донбасс. А теперь будет положение, по которому, соответственно, Конституционный суд даст возможность не выполнять. Этот, эти решения судов. Ну, не только это, а многие другие тоже. Значит, в том же числе, например, мало кто обращает внимание, но изменяется статья 12 Конституции России, которая предполагала, что органы местного самоуправления входят в систему органов государственной власти. Это означает, отделены от государства. То есть это местные вопросы, которые местное население решает под свою ответственность. Сами себе выбирают мэра, uh -huh. сами собирают налоги и так далее. И так далее. То, что соответствует хартии местных властей европейской, которую Россия, кстати, подписала, войдя в Совет Европы, и обязана ее соблюдать. Вот де-факто местность управления ликвидируется, заявлено о том, что вся власть в России должна быть выстроена сверху донизу как публичная, то есть государственная. То есть, фактически, мэра может снимать губернатора, ну и так далее. Uh, это по существу своему ликвидация вообще местного самоуправления как такового. Наряду с этим есть и другие вещи, которые uh, самым существенным образом изменят конституционный характер uh, российской модели государства. А вот домовой завесой этого всего являются вот эти вбросы про Бога, про тысячелетнюю объединенную uh, единой историей государство образующую нацию и так далее. Это то, что в принципе может и отпасть. От этого могут даже сказать. Или, а, вот это хороший вот, э, а брак в Бога женщине. мал на увазі Путин. Да, тут а что с великой да. его писать? А че с маленькой? А как саме? самому ну, да, Песков да, сказал, что да, часом да, про это и с часом мы да, про это да. вам дамо знать. Что до самого Володимира Путина. Если да. ми мы говорим, что это стає такою суперпрезидентською історією. Да. Марку, а Що далі? Я маю на увазі у повноваженнях у е, наступниках глави держави. Mm -hmm. Тобто, Путін як він просто подовжить собі якось термін, чи він буде переобиратись mm -hmm. з огляду на те, що там я не знаю, там конституційні тим е, збори, що там суд скаже шановні, це новий основний mm -hmm. закон, mm -hmm. і в рамках цього основного закону ми можемо переобрати чи обрати нового президента. От онеті. поправки вносит для того, чтобы оставить все себе на выбор опции к 2024 году, когда формально заканчивается его то-то ему такое меню конституционное. В зависимости от того, как сложится ситуация, он выберет один из трех-четырех инструментов. Первый. Это если они проломят Лукашенко, то они создадут структуру союзного государства а, над а, национальную и выберут единого президента союзного государства. Путину этот вариант очень нравится. А Почему? Александру Егоровичу? Ну, Александру Егоровичу в расход. Ой, -ой, -ой. Расход, не погодится да. Ну, потому что пока не его ломают. Пока не его ломают, еще а, есть слухи о том, что он якобы формально соглашается, но хочет их обмануть. Они знают, что он хочет их обмануть, что он а, пытается знаю, выиграть время, решить вопрос по а, транзиту а, нефти и а, заполнению двух своих заводов, которые формируют в том числе доходную часть бюджета. Это все, игра продолжается. Для Путина это предпочтительный вариант. Потому что формально он как бы и ушел с поста президента в России, Але. а он им остался. Mm -hmm. И, то есть, можно продолжать изображать еще лет, ну так 15-16 вообще безболезненно. Это ему нравится. Второй вариант сугубо казахстанский, да? когда он возглавит Госсовет mm -hmm. и э, Госсовет получит какие-то суперпрезидентские полномочия, то есть перераспределит полномочия с президентом, то есть ему будут подчиняться силовые ведомства главные деньги, госмонополии. Ну вот создать именно такой орган, который в существе своем будет копировать президентские полномочия, выводя за скобки те, которые ему не интересны. Ну, текущее управление экономикой, социальную сферу, которую он терпеть не может. Он ее никогда терпеть не мог. Я когда-то был доверен лицом Касьяновым. мне Касьянов рассказывал, что уже в 2004 году, ну, в 2003, Касьянов работал с 2000 по 2003, Путин вообще не любил сидеть с ним на оперативных совещаниях. Это глава ЦБ, глава правительства, Минфин. Вы же разумеете, что питание безпеки намного вещи, а не ну, вещи. Вот он так, считает, да. он так и считает. Он так и считает. Он так и считает. Глобальные вопросы. Вот он и ими хочет заниматься. Знаете, как великий гектар лежит вот этот герой значит, Чаплина и шариком играет. Вот У -у 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 -у. Я думаю, он тоже вечерами так делает, я думаю, Путин. Тобто, ну, ему надули глобус. <свят> ага. Не знаю из чего, но он, им, может, поигрывает. Значит, вот это казахстанский сценарий. Третий вариант, вы правильно говорите, уже об этом говорят, открыто. Об этом заявил Сурков в своей статье. Я не знаю, читали вы ленту, а кто-то записал я верно, втратил, ну, да, 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 да. С такого да. Ну, где миличника. он начал заявлять, извините за выражение, хохлы, Украины, что Украина нема. не государство. Но он конченый вообще урод, поэтому вы на него не обращайтесь, на его лексику. Она всегда такая, в общем-то, была. Он ее, ну, может, скрывал, потому что на должности нельзя такие, этика не позволяет. А тут человек все высказал. Это ваша оценка, я кандидата юридических наук? Да, считайте, что так. Потому что мы находимся в такой Или ситуации. Это оценочное суждение особ особистых якостей. Вы знаете, цивилизма. в России уже такая жуткая обстановка адовая, я ее называю, да, что хорошие выражения закончились уже очень-очень давно. Поэтому у нас крепкая лексика, она вообще в национальной натуре. Но я вам хочу сказать, что обычные интеллигентный дипломатический язык вообще ничего не объясняет. Так вот, они многие, и Клишес тоже подобный проговор делал, потом, правда, отыграл, сказал, что нет, нет, еще не решено. И другие всякие... Вы надо это кто чтобы не сильно дочислить какую-то само за тем, что бывает. Ну да, да, они проговариваются, чтобы посмотреть за реакцией. Они говорят, ну, конституция-то новая. Конституция новая, а раз она новая, давайте, если какие-то споры есть, обратимся в Конституционный суд, он даст разъяснение, что Конституция новая, и таким образом обнуляются прежние сроки пребывания у власти того же Путина. Он получает право на два следующих срока по 6 лет. Но Опция это тоже остается, она никуда не девается. Просто Путин должен говорить, ну я-то не хотел, но вот же вы видите. А потом выборы свободные. И народ поддерживал. На да, ну выборы свободные, баллотируйтесь, мои конкуренты, а я вот, ну что ж, право такое получил. Вот. А ему потребен, Марко, да. ему потребен другой термин? Бо, что, э, з на то что кажут люди, там, которые... В темі, давайте не в долі yeah. на російському, да просторі в експертному середовищі, і зокрема, там і у вас була мова, да з yeah. пан Соловей, так yeah, політологом. Yeah, yeah. uh -huh. Його фраза така, що ось ця система, яку будують нову, так да, uh -huh. цементують фактично її цієї російської влади, да, великої центральної верхівку. Вона потрібна для того, що ось Путін він піде в тінь, але uh -huh. не фігурально, а фактично він відійде від цих справ. И, наверное, будет кто-то інший. Чи Для Володимира Путина баженный вариант переобраты со главой государства. Как mm -hmm. выходить? Mm -hmm. ну, есть разные точки зрения, особенно людей, аналитиков, политических. Некоторые, как соловей, считают, что Путина действительно в 2022 году не станет. Я думаю, что он больше полагается на инсайды относительно здоровья Путина. Я их слышу очень давно, про то, что у него и рак эндокринной системы у него там рак простаты. Я это много и давно слышу. Точной информации об этом нет. И поэтому и мои э, прогнозы, они обосновываются на том, что он делал до этого, вот 20 лет. Не то, что с ним происходит и подтверждения тому нет, чисто физически. Uh -huh. Ну, как бы... Он, наверное, на свою физическую смерть не верит. Он вообще в Бога не верит, кстати, Путин. Но а, он не понимает и не может понять всю у своего сознания, что он будет делать, если он не будет президентом или первым лицом в России. Так без него же Россия будет. Ну, ну вот он. они же так и говорят. Да. И он, по сути, говорит то же самое. Ну, так скромно, иронично, значит, пытаясь это как-то представить. Ха-ха. Вот на ха-ха у нас говорят. Uh, я считаю, что никаких препятствий для его, uh, в принципе, переизбрания, сохранения на должности, их нет. Думает ли он о транзите власти, кто будет после него? Наступник. Да, наступник. Я думаю, что, uh, наверное, они это где-то узким кругом это и обсуждают. Но сам Путин это делает только для того, чтобы выявить тех, кто дышит ему в спину. Он специально запускает информацию о транзите это власти. Да, 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 он кинчина. должен понимать. Так это... Да, да, он должен понимать, кто может его подсидеть, кто может ему нагадить. И это понимание да, необходимо ему исключительно для того, чтобы а, этого человека вывести из круга, ближнего круга власти, понимаете, чтобы он не мешал ему оставаться у этой власти. А, признаки того, что Путин уходить не собирается, они достаточные. Во-первых, он может доверять только собственным дочерям. Ну, сделать из дочери Тихонова и второй своей дочери преемника, наверное, сложновато. Но скажем, что жодных официальных подтверждений или заявок, которые говорят про принадлежность до роду Путина, именно этих людей, ну... Ну да. Не ну, говорит да. он про свои не, не, говорит. Говорю, и да, никак да, на да, Он простир, не будет под, не... подтверждать, да, потому что он это все да, обосновывает без безопасностью. И эта да. такая ротация его с премьера потім Мішустін Михайло, а він, як заступник секретаря, если не помилюсь, Радбан, да, суда, да, совбезда, да, что фактично позднего створило по эту посаду потому не было да, не было заступника, да, там был секретарь, Путин начальник и вторая да. людина в этой структуре Дмитро Анатольевич Медведев нет, я думаю, как Дмитрий Анатольевич Медведев как преемник уже свою роль сыграл, ага. она в прошлом то есть тобто его президент, премьер, премьер, да. президент, чем мы сыграли да. один да. раз. Ну не мы, а российская федерация. Да, российская федерация. Я думаю, что уже это от, отыграно. Знаете, но ну, это не дурная пьеса. Все-таки руководить такой страной, как Россия, это не дурная пьеса, где можно по два раза в одну и ту же реку вводить, входить, как говорят э, римляне, да. Значит, такого все-таки нет. Путин не настолько плохой актер, чтобы играть одну и ту же пьесу э, в одной и той же тональности. Я бы так сказал с одним и тем же драматическим сценарием. Ну, глупо. Я думаю, что у него выбор достаточный, чтобы не совершать по кругу одни и те же действия. То есть можно изображать и других, из других лиц преемников. Там разные слухи ходят, это мог бы быть еще кто-то. Но еще раз повторяю, пока говорить о том, что Путин избрал сценарий ухода окончательного, бесповоротного, ну нет признаков для этого. Зачем тогда менять конституцию? Если ты уходишь, все же просто. Ты уходишь, оставляешь президентом, говоришь, вот как Ельцин сказал, это мой преемник, вот он остается президентом, вы его избираете и ты уходишь. Ему потребны гарантии ДСП. Хорошо, но значит преемник сам по себе не является такой гарантией. Получается Давайте так. пропишем в основном да, законе да. неможливость притягивания до вероисповедальности коллешних глав держав. И этого недостаточно. И чином. И и нет. Цьому... Этот иммунитет ему недостаточно. Потому что изменить, как он меняет Конституцию, так и они потом, преемник возьмет и изменит Конституцию. Ему нужно оставаться с рычагами власти. С полномочиями, прежде всего, силовыми, которые не позволят вот его преемнику совершить то, о чем вы говорите. Потому что институт преемничества разрыхляется. Вот он бы сохранялся, и мы бы говорили о прежнем институте преемника, если бы Путин ушел и оставил эту власть кому-то. Медведеву, Вайна, кому угодно. Я даже не хочу гадать, там их достаточно. А поскольку он меняет Конституцию, то это признак того, что он уходить-то как раз и не собирается. Да? И институт преемника, он меняет смысл. Значит, преемник должен быть не один, а несколько. По-разному расставленных людей, но над ними над всеми, как верховный кормчий, да, mm -hmm. как Дэн Сяопин когда-то, уйдя с поста председателя КПК в Китае, он все равно оставался лицом, которое многое приема, ну, пока лидер. он совсем не стал э, уже национальным лидером. Mm -hmm. Это как раз оттуда термин идет. Но он потом просто стал очень стареньким, он представил народ хаку, они очень долго живут, кстати, он механец. А, и Дэн Сяопин оставался и этими рычагами управил, пока был ну, дееспособен физически. Вот Путин приблизительно для себя рисует такую же картину. И поэтому эти поправки, и изменения в Конституции, нужны для него самого, а не для преемника. Вот я о чем пытаюсь сказать. Что с того Украине, какие выводы мы имеем сделать, да. Да. как нам рухатися с оглядом на то, что цементуется президент Российской Федерации на уровне Конституции, да, буквально вот с этой уже выставки? Ну, вы знаете, я считаю, мое личное мнение, что в Украине идут перемены, не на пользу ее суверенитету. Если говорить о глобальных таких вы Потому что, во-первых, я вижу разрыхление позиции Запада относительно поддержки э, Украины. Это происходит потому, что Запад э, вышел из режима изоляции России и Путина лично в отношениях с ним. И тому достаточно признаков. Это мостик к тому, чтобы ослабить санкции. Первое. То есть такой безусловной поддержки западом Украины уже монолитной поддержки мы не видим. Это первый признак. Второй признак. Сама власть в Украине, она э, не так строга теперь в отношении э, возможностей изменение смысла этого суверенитета. То есть суверенитет предполагает уже неоднозначную а унитарную Украину с политическим режимом, который управляется из Киева, ну и так далее. Такие таки так далее. страшный натяк. Ну, к сожалению... Страшный натяк. Я... Да. Тобто, фактично, что? Да. Вы поддаете сумнево в позицию официального Киева что до права своей влады над определенной территорией, или как? Новость, Но да? я считаю, что вот сейчас происходит некая э, деформация вот этого всего. Потому что, э, подумайте сами, внесение поправок относительно того, что есть особый статус каких-то особых территорий, если речь идет о Минске. А Минск первой. цены э, вы, вы знаете, у меня позиция по поводу Минска, что эти минские соглашения утратили для Украины ценности и актуальность мое личное мнение, что Украина с неизбежностью придется отказаться, выйти из Минских соглашений. Возможно, это произойдет не при президенте Зеленском. Возможно. Ему осталось, кстати, сидеть 4 года. Но, на мой взгляд, в том виде, как их пытается Москва реализовать, эти Минские соглашения, это однозначно ущерб украинскому суверенитету. Вот такое мое мнение. Потом, проблема заключается и в следующем, что главный союзник Украины, это Соединенные Штаты, в силу очень многих причин, одна из них это Трамп, вторая из них, ну то есть увлеченность там внутренними вопросами и отсутствие приоритетности вопроса Украины для национальной политики США, равно как и, скажем так, неоправданные надежды на политические реформы, политические изменения в Украине. Почему? Потому что ну, со многими проблемами не справилась и прежняя власть, и нынешняя. Начиная от коррупции и заканчивая, скажем так, стратегией евроинтеграции. Она тоже ведь, разрыхляется. Если мы каждый день слышали от прежней администрации Порошенко о евроинтеграции, Евросоюз, евроатлантической интеграции, НАТО, сейчас это... В ній знаходяться актуальні. Давайте появисти. вам апелюю. От на так. останньому це така була публічна, така публічний майданчик дискусії за участі представників Верховної Ради, і Офісу президента. А там говорили про воєнну стратегію, стратегію національної безпеки і оборони, де обов'язково впишуть. наше прагнення до НАТО. И там какие-то нормы про наше бажаное прагнення быть членом північно атлантичного альянса будет, а вы говорите, таких заявок. Ну, я считаю, что риторика, она сохраняется. Я никогда не говорил о том, что сам Зеленский не придерживается прежней национальной риторики, риторики безопасности, риторики национальных интересов Украины. Но то, что происходит, на мой взгляд, вот эту, эти намерения, эти цели сильно размывает. Потому что Некоторые сегменты, некоторые элементы украинской политики они внушают огромные опасения. Mm -hmm. Украинские медиа, присутствие Москвы, процент, на мой взгляд, 50-60. Телеканалы, там, сетевые воздействия, пропаганда и так далее. Украинский политикум, открытые московские партии, которые присутствуют в парламенте. Вон <реком> и мир. А, не мир? Ну, почему-то этот мир всегда оборачивается войной. Вот удивительное дело. Значит, и далее, общественные институты, религиозные и так далее, вы найдете с легкостью присутствие Москвы везде. Вот мне кажется, это присутствие будет использовано исключительно для того, чтобы то, о чем вы сказали, стратегии на вплив, значит, на включение, вовлечение в НАТО и структуры mm -hmm. военно-политических альянсов, связанных с ним, вот это главная их цель, не допустить евроинтеграции и евроатлантической интеграции. Marco, а... Вас хочу запитати, так о, Сурков пішов пан Козак там, да, да, чи да. Козак, як правило, козак, ну, ну козак. навіть і в Росії трошки якось так Та, да, да, соб... да, Ну не суть. Справа ж не в тому, да, і пан Єрмак. Да, да, ми пам'ятаємо, були контакти там і до Нормандії, і потім да, же да, ж це формула Штанмара, яка була завізована. Ось між цими двома людьми, фактично такий певний протокол там присутній був, що ми України маємо це впроваджувати. До чого нас це веде, Як ви гадаєте? Ну я вважаю, що Єрмак дійсно комфортний партнер для Москви в цілому, не тільки для козака. Ну, комфортний це як це таким з негативим mm -hmm. відвідливом, чи це комфортний в плані того, що з ним можуть говорити, а не як Петро Порошенко телефонує Путіну. Да, и там просто трубочку не берут, потому что не хотят. Да, да, понятно. Я думаю, что на него проще воздействовать. Есть такие рычаги воздействия именно на Ермака. Я думаю, что это связано с его прошлым, с его бизнесом, в связи с Ахметовым там, и так далее, и так далее. Это не делает его хуже, вот как многие тут говорят, что это русский шпион. Да нет, конечно. Но просто, естественно, даже Зеленский, который выступал на корпоративах в Москве, да, он, конечно, всегда будет куда комфортнее, но ну, объективно для решения вопросов Москвы. Угу. Это не значит, что его надо делать своим агентом или так далее. Да не об этом речь. Но, конечно, с таким человеком, с которым есть личный контакт, а это очень важно для русской политики всегда, важно вместе выпить водки. Это очень важно. То есть если они сумели кого-то раскочегарить на такое, то это считается человеком, с которым можно решать вопрос. Вот Ермак относится к такой категории, к такому разряду. И поэтому Москва его именно так воспринимает. Парадокс заключается в том, что если бы Сурков остался, его не отставили бы с украинского направления в администрации президента, не отставили советников президента mm -hmm. Путина, все равно бы диалог был бы. И с Ермаком бы Сурков также решал бы вопросы, несмотря на все противоречия там на то, что вот это известно, то что было 9 декабря в Париже, что mm -hmm. рассказывал Аваков, что вы мы так не договаривались. Это все скрыто за закрытыми дверями, так сказать, может быть и острые идеологии, крики, ругань, но она не влияет на то, что, конечно, при нынешней гораздо более комфортно для переговоров какая бы риторика ни звучала, чем прежняя Порошенко. Результат. Я думаю, что Москва э, в конечном итоге видит своей целью не интеграцию Донбасса в Россию как лимитрофную зону определенную, да, а для нее бы идеальным был бы вариант, чтобы Донбасс, оккупированный сейчас Москвой, вошел все-таки в состав Украины, но продолжал оставаться по существу в своем нынешнем положении, когда граница контролируется Москвой, э, власть в этой территории контролируются спецслужбами, Лубянка, администрация президента России и э, экономическая сфера, она также находится под контролем доверенных лиц Москвы. То есть неважно от Курченко до олигархов там по газу э, и по углю, извиняюсь. Вот mm -hmm. это их устраивает гораздо гораздо больше, нежели нести ответственность. Да, но выдавали паспортов, содержите их. Они же не хотят содержать. Они хотят, чтобы Украинский бюджет содержал граждан, находящихся в Ордло. Это их больше устраивает. И второе, это признание Крыма территорией России. Вот главная цель. Чтобы Украина наконец согласилась с тем, что э, Крым перестал быть территорией, частью территории, суверенной территории Украины. Вы гадаете, что это пропонувалось среди вариантов в этих перемываниях? Я но уверен, что... Это такие выборы страшные. Да, но, но для... Москва ставит эту цель. Причем это же публичная цель, они об этом говорят. Это не то, что я какой-то инсайт вам выливаю. Это и так известно. Но для них питание Крыма закрыто, как вы говорите. Да, да. Но ну, так это они так и говорят, мы это не обсуждаем. другое дело, что для Москвы есть такая одна уязвимость. Они и так могли продекларировать это и уже молчать, хотите соглашать, хотите нет. Санкции. Это главная проблема, которую Москва вынуждена решать в связи с украинской проблемой. То есть э, Москве нужно хоть поэтапно, но смягчение этих санкций. Да, американские санкции снизить, э, смягчить невозможно, потому что это находится в зоне ответственности не президента Трампа, а Конгресса. Они прям закон такой приняли, что президент Трамп не может. Не может санкции. Да. да. А в Европе не так. В Европе ситуация очень и очень такая манипулятивная, потому что сейчас главные игроки в ЕС, да, за выходом посредством Брекзита Великобритании, понятно и Германии, и Франции, Франция даже более важна, на нее возложена функция значит, главного внешнеполитического представителя ЕС, так вот они склоняются к тому, чтобы смягчить санкции. И им нужен просто формальный повод, и надо заставить Украину президента Зеленского, чтобы он им дал этот формальный повод. Формальным поводом будет проведение выборов, признание особого статуса. И, ну вот же, смотрите, смотрите, процесс идет, нужно этот процесс простимулировать. Ровно так происходило с возвращением делегации России в ПАСЕ. Они договорились об этом заранее, что вы нам отдаете, угу. отдаете им моряков в исполнении решения Гамбургского морского трибунала, а за это вы получите место обратно в ПАСЕ. И так оно все и произошло. Но это же позитивный ход событий. Смотрите, мы движемся, прогресс-то есть. Тут пытания позитивные для кого, за великим Ну, естественно, это экономические интересы Европы, ну и понятно, политические, и экономический интерес Москвы. Но прежде всего, политический. Потому что больше всего их беспокоят персональные санкции. А вот такого мира, хотел сам президент Владимир Зеленский. через за раз такие что выборы у него дуже звужены. Вы знаете, Зеленский попал в самую тяжелую ситуацию. Почему? Потому что он зависит от Москвы. Он делал такие обещания, которые сам он реализовать в части мира и войны, сам реализовать не может. Он-то хочет. Он хочет прекратить войну. И это совершенно искреннее желание. Но он сам себя загнал в ситуацию, когда его предвыборное обещание зависит от позиции Кремля и от позиции Путина. Ну, Путина, больше ни от кого. И Путин понимает, Путин далеко не дурак, и его окружение состоит из людей, прошаренных в этом смысле. Они, конечно же, понимает, что это крючок, на который подсажен Зеленский. Над Путиным не капает, его не переизбирают. А Зеленского вообще могут и погнать. Украина подобного рода сценарий знала, если что. И поэтому, да, нужно не пережать, но с другой стороны, Москве не выгоден сильный Зеленский. Москве не выгоден Зеленский 75% электоральной поддержки. Выгоден слабый Зеленский. Для того, чтобы он, для того, чтобы восстановить этот электоральный уровень поддержки, будет делать многое, то, что Москве надо. А транзита Газа і заканчуває так сказать проведення виборів. Та ви гадаєте, що президент України він залежний від такої підтримки, а не вдарить да. по рейтингу навпаки, те, що він буде робити щодо Сходу і щодо Криму? Смотрите, у Зеленского 4 года осталось быть президентом. Он вообще сам заявлял, что он на один год, на один на, срок. На один приходит. термин. Так да, ну, на одну каденцию. Не знаю. Обычно всегда аппетит приходит во время еды. Да? Значит, но тем не менее, раз он об этом говорит, у него осталось 4 года. Это кажется, что это долго. На самом деле это очень быстро. В масштабах государственной политики такого уровня да, это очень быстро пробегает время. Потому что а, осуществить какие-то большие реформы, наверное, нужны годы, даже не месяцы. Чтобы прекратить войну, а мы видели предыдущие там, пять лет войны. Да, на это тоже ушло очень много времени, чтобы хотя бы даже этот конфликт перевести в позитивное противостояние. Да, позиционное, я извиняюсь, позиционное противостояние. Зеленскому очень важно показать этот результат избирателям. И на мой взгляд, у нее не получится. Это мое личное мнение, у нее не выйдет. Потому что действительно он столкнется с выбором или пожертвовать суверенитетом Украины, или же исполнить свои обещания по прекращению войны. И он скорее от этой ответственности просто уйдет. Погана вылка. вылка. А Москва не собирается уступать никому ничего. Вот это важно понять. Во всяком случае, при Путине этого не произойдет, потому что для него, для Путина, это не просто его там, место в истории и так далее, я не очень верю, что он рассуждает вот, категориями, когда решает текущие вопросы историческими. Ну, у него психология другая, сознание другое. Он решает вопросы безопасности, тактической игры. Он думает вот, на короткие расстояния. О какой-то большой стратегии он не думает. Что там будет после него с Россией, как это все начнет обваливаться, это его вообще не интересует. Ну, в конце концов, другие поколения этим будут заниматься. Сегодня для него важно, чтобы то, что он сумел сделать, аннексировать Крым, да, значит, создать проблемы в ряде территорий бывших стран СССР, от Грузии до Молдавы, mm -hmm. да, да и Беларуси в значительной степени. Потому что там базы вообще стоят российские и границы охраняют вместе с Беларусью. Да, они приняли об этом решение. Чтобы вот это вот все привело в конечном итоге к оправданию его оставления у власти, его пролонгации власти. Вот это для него важно. Все остальное это уже, ну, там, постольку-поскольку. Он так долго находится у власти, он парадоксальным образом пережил, так сказать, такое количество политиков в разных странах, от Америки до Украины, что он может сказать, а, я помню, да, был какой-то. Он приходил, конечно, Гельмут Коль в Германии был, вы представляете? Гельмут Коль. Там Буши и так далее. Никого нет. А Путін є. Ну, да. Після Гандії поговорити немає з ну, да, да. Так і пане Мак, на, на, на останок щодо виборів, та, бо звучала заява від представників і президента, і сам пан Єрмак казав про mm -hmm. те, що в принципі ну, там, вибори там, можуть бути. Та, дехто mm -hmm. казав там, 50 на 50. Mm -hmm. Як ви гадаєте, цієї осені mm -hmm. будемо обирати там владу з українським mm -hmm. кордоном? Я розумію, так. Да. Я... Смотрите, э, в октябре выборы местные да. вообще по всей Украине. Ну и обожание одночасно правда? Чего и, два я раза? Ду бьет. Я думаю, план такой есть. Он будет сейчас полностью зависеть от того, как пройдет и когда пройдет. В Берлине очередной саммит нормандской четверки. И как И как он пройдет? А, я слышал, что действительно Москва ставит условия, Проведение проведения этого саммита в апреле. Как он и предполагался в Берлине. То, что главы пяти основных государств, членов Совета Безопасности, ООН, главы победительницы во Второй мировой войне, их представители, ну имеется в виду первые лица, приедут 9 мая в Россию, где будут подписаны ряд соглашений с их участием, в том числе и по поводу Украины. Ровно поэтому начались слухи о том, что Зеленский поедет 9 мая. Это не потому, что он хочет участвовать в параде, а потому, что, возможно, им поставят условия, что они там все соберутся. И вопрос будет решен и по Донбассу, и по другим вещам, которые сейчас остаются нерешенными. И его опять ставят, что называется, как у нас раком, для того, чтобы не поедешь, не решишь, В позу, да? давайте так в позу. Да, да. Но это мягкое литературное выражение, mm -hmm. да? Значит, вы не представляете, как чиновники в Москве выражаются. Там вообще такой, виды видный. Ну, ну да, ну да. Так что мы побачим. 9 Травня. Э, я бы этого Зеленского, не исключал. Ангелу Меркель. Да. Францова. Макрон точно и Меркель едут уже, по-моему, точно. Да. По-моему, они 9 мая точно. Будут. Трамп у него предвыборная кампания. Он если не поедет, то только из-за того, что ну, ему нельзя слишком ассоциироваться с Москвой, учитывая, что Байден Дела, сейчас... дела, дела. Ну да, дела, что-то такое. но Помпео может приехать, он ездит. Нет проблем, Помпео... Пенс вряд ли, но Помпео может приехать на парад. Это тоже немало. Очень немало. это будет перемога, не только 75 Конечно, а Конечно. Приман... Это будет точка поставлена в изоляции Москвы и Путина лично, которая сопровождалась в течение этих там, ну, нескольких некоторых лет. С 2014 года, когда произошла аннексия Крыма, оккупация Крыма и Донбасса. И это, во-первых. А, во-вторых, для Путина важно, чтобы он себя видел преемником той большой победы и победителем снова. То есть, ну как, 75 лет назад прошла война. О чем разговор говорить? Так сказать? Уже нет ни живых людей, ничего. Это должно уйти в памяти, уже в историю. Так сказать, и воспоминания это должно сопровождать не политические текущие события, а исторические. Вы не ну, выливаете скрепы, а эта скрепа будет одни людины за подсумками вот такого визита и таких сборов в Москве 9 травня. Вот они хотят провести новую ялту, даже, я бы сказал, новый подсдам. Mm -hmm. Вот это для них важно. Причем символическое значение, даже важнее практических результатов. Показать, что мы, вот Москва, победительница в войне, главный победитель, собрали всех союзников там, неважно даже и пораж... тех, кто потерпел поражение Германию, новую Германию, для того, чтобы новые правила игры учредить, по которым Крым, конечно же, остается у вот такой сверхрегиональной державы, какой она себя считает Россия. Да? Для этого есть основания, считать, что Россия вернулась в региональный статус, а... но претендует намного большее. На мировой статус, конечно, Путин претендует. И собрали их и заново переписали правила после Второй мировой войны. Подтвердили их в части особого статуса России на всем европейском континенте. Ну, мировые как бы, претензии, это еще можно долго спорить. Тут и Китай mm -hmm. есть, и США, и так далее. А на европейском континенте, на пан-европейском континенте, Россия таким образом провозгласит свое эксклюзивное право на пространство бывшего СССР. Пане Марко, на цьому на жаль, маємо завершувати, але надзвичайно цікаво. Я розумію, що ось ці місяці, березень, квітень, вони будуть в багатьох речах показовими. Точно так, да. і для України, і для Росії, і загалом для світового певного такого порядку, да, як ви сказали, поздамський. Да, після того mm, світ, да. мир да, це я розподіл. Спасибі за розмову. Марк Фейгін, російський політичний діяч, кандидат юридичних наук, був нашим гостем з вами ж також був Юрій Кулініч. Залишайтеся за постров тебе, бо далі буде.